Дорогие друзья, добрый вечер. Вы находитесь на канале Кокотя. Меня зовут Екатерина. И на своем канале я рассказываю об ЭКО, процедуре ЭКО и все, что с ней связано. Вот только что вышла от врача. Вот видите, сзади находится клиника моя, Скандинавия, Авапетер. Они переехали на Литейный проспект совсем недавно, с 1 марта. Вернее, на Комендантском они тоже остались, но мой врач переехал по этому адресу на Литейный проспект, и теперь он является главврачом этого отделения, Янчук Тарас Владимирович. Вот, значит, почему не снимала видео? Была неясность, каждые два дня я ходила, получается, через день я ходила на прием, то есть была в понедельник с утра, в среду с утра, и вот сейчас только вышла, там отстояла очередь большую, полтора часа, столько народу было. Вот, и непонятно было с моим эндометрием, что будет перенос, у нас не будет. То есть в понедельник он был 7 миллиметров все еще, но начал расти фолликул, да, доминантный, то есть он был 14 миллиметров уже. В среду эндометрий уже был 7,2, и фолликул уже был 16 миллиметров, да. То есть он как бы, этот фолликул, он помогает, вырабатывает собственные эстрогены и помогает эндометрию, да? То есть те эстрогены, которые мы мажем или принимаем там, в форме дивигеля или прогенола, они, ну, как бы, бывают недостаточны. То есть, и вот фолликул, если как бы цикл овуляторный, то это считается хорошо, как бы, как мне объяснил врач. Соответственно, все было непонятно. Вот сегодня вечером я пришла, только что вышла от врача. И, значит, эндометрий уже 8,3, и фолликул уже 18. И за маткой появилась жидкость, что говорит о том, что скоро будет овуляция. Соответственно, мне назначили сегодня внутримышечно хореогонический гонотропин человека в дозе 6,5 тысяч. Внутримышечно, то есть надо мне это самое сделать, будет укол вечером. И также с завтрашнего дня назначен прогестерон, то есть это и прожин, либо вот рожестан по 200 миллиграмм утром и вечером. Соответственно, дивигель по 2 пакетика по грамму остается, то есть 2 грамма с утра, 2 грамма вечером. И во вторник, 13 апреля, он назначил мне прием. Будет смотреть, что там, произошла ли овуляция. Эндометрий уже стал немножко, ну, как бы другой структуры, но это как бы нормально, он сказал, потому что уже идет как бы середина цикла, вторая фаза, то есть он уже должен как бы менять структуру. И во вторник точно он скажет мне, будет ли у меня перенос в среду. То есть вот если все пойдет как он планирует, то в среду будет перенос. И во вторник мы уже будем обсуждать с ним, сколько эмбрионов переносить все-таки, один или два. Вот. Так что вот такие дела. Все, еду домой, потому что завтра на работу мне, работать два дня. Потом с понедельника планирую в отпуск уходить. С понедельника, со вторника. Все, всем пока-пока. Если видео это вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Все, до встречи, до свидания.